Народ, моє вітання, це найкрутіший реаліті у світі «Київ день та вночі». Новесенький, тільки на спечі, четвертий сезон. Якщо ви ще не з нами, то приєднуйтесь, бо ми вже згадуємо, що відбувалось напередодні. А все, як завжди, чудово і прекрасно. У квартирі на Дніпровській з'явилася, сподіваюсь, тимчасово, нова мешканка. Наречена втікачка Настя. Персона, за якою потрібне пильне око. Настя? Моя астма! Та лише Епіфанію насторожує присутність нової мешканки. Що-то з ними так. І щоб ви розуміли, не встигла ця Анастасія з'явитись, як вже встигла відзначитись. Альвінка розпочала свій шлях до вступу у лави Нацполіції. І на моє превелике здивування, можете здогадатись, кого вона там зустріла? Чесно, я не ждала тебе сьогодні. Але, може, така здибанка і на краще, бо вже з першого дня у наших полісменів з'явився дружбан, яких ще пошукати треба. Слушай, я случайно, реально. До речі, забув сказати. Тут нещодавно Артур, з бухти-барахти, ну як завжди, запросив симпотну дівчину на побачення. І як виявилось, Діана дівчина з вищого світу, тому ця Галя дуже балована. Але Артуру все ж таки вдалося на побаченні приборкати норовливо. Це було класне свидання. І якщо вам, як і мені, кортить знати, як розвиваються стосунки цієї парочки, і взагалі які турботи усіх інших, то вмощуйтесь зручніше, бо ми просто зараз починаємо перегляд нової серії і все дізнаємось самі, з перших вуст. Большой город, в котором собой. Здесь моя мечта, я добьюсь и точка. Киев днем и ночью, Киев днем и ночью. Большой город, в котором собой вдвоем. Це Київ. Місто, в яке тягнуться всі, помилково вважаючи, що якщо тут живе море народу, то й зустріти рідну по духу людинку тут значно більше шансів. Тільки дехто, знайшовши своїх, тримає їх і не відпускає. А ще хтось щодня сам стає своїм заради корисливих цілей. Ось і наш Боді зустрів таку душу, яка ще поки не зовсім зрозуміла, який внесок намагається зробити в його життя. Привіт. Доброе утро. Кофе будеш? Давай. Ну что мне теперь делать с этим дурацким поцелуем? Ну вот что? А он у нас что за незручности нависли в повітрі? Ой, доброе. Прости. Кофе? Топор можно, пожалуйста? Ой, фу. У меня это холодильник. Вот это погуляли вчера. Боже, как же у меня все болит. Как спалось вообще? Плохо. Очень сильно плохо. Выебень. Пий водичку, вона всі не гаразди змиє. А ви як спали? Нормально. А чого тільки я так плохо? Ой, мамочки. Доброе утро. Как ви погуляли вчера? Ужасно. Ксюш, тут таке діло. Мені неудобно, мені треба з тобою поговорити, Серега. Водички? Хоча, знаєте, бувають в житті ситуації, в яких навіть водичка не здатна змити наслідки. І я сподіваюся, що Настя зараз з самого ранку не викаже Ксюші цілком усе, що вчора сталося. А тим часом Андрій Борисович все-таки продовжує чекати. Чекати, поки вода сама понесе за течією їхні з'яної образи. Мілий, доброе утро. А як ти спав? Ну, я теж хочу кофе. Он решил со мной в кошки-мышки, что ли, поиграть? Я что, такая невзрачная? Что за детский сад? А ты что, решил позавтракать в одиночестве? Не знаю, я, может быть, и перегибаю палку, но Яна должна знать границы, за которые не должна заходить. Доброе утро. Ритуль, доброе утро. Ты будешь со мной завтракать? Пап, конечно, я позавтракаю с тобой. Отлично. Походу, мои слова вчера попали прямо в цель. Я впервые вижу их в ссоре. Приятного вам всем аппетита. Я позавтракаю в городе. Яночка, очень жаль. Пока-пока. Коза это, Ритуся. Или они оба думают, что я перед ними прогибаться буду? Нееее. Все, чао. Вот это так напруженный раночек выдався. Але як розуміти це чао? Все? Я найде? Чи це крок назад, щоб потім зробити всім вперед?
Вот, все хорошо, на водичку. Запей. Ботя, там, по-моему, Оришка проснулась. Пойди посмотри, хорошо, а мы с Настей поговорим сейчас. Фу, жить. Дело в том, что вчера... Так, я в душ, мне в академию Боть. Надо. Короче, есть у меня к тебе разговор один серьезный. Ну, я надеюсь, у Насти хоть хватит ума Оксане лишнего не ляпнуть. Бой, что ты делаешь? Руки вытираю. Да сейчас, ну, я слышу. Она плачет. Да слышу, я слышу. Я знаю, что от меня и так куча всяких проблем, но у меня опять к тебе просьба есть. Я вчера пыталась устроиться на работу, но сейчас даже к уборщицам такие требования, что я на самом деле не уверена, что меня возьмут. Усну. Я вчера сделала код кином, я попросила Александру, может быть, он что-то мне сможет подыскать. Но он так занят всегда, я думаю, он просто обо мне забудет. Может, могла бы ему напомнить? Да, конечно. Конечно, я ему напомню. Спасибо. Все нормально. Бодю, не пісяй у компот, бо там кухар ноги миє. А розуму так і вистачило, і схоже, що Еп у цій Нафтусі, як і раніше, на першому місці. Ти прямо зараз їжджай к нему, і я йому зараз перезвоню. Хорошо, да, я так і зроблю, наверное. Спасибо тебе, Ксюшечка. Не за що. А ти адрес знаєш? Адрес? Та, звісно, я знаю, де знаходиться цей адрес. І, блін, так тупо було б зараз на такій мелочі спалитися. СМС-ку сброшу тебе. Спасибо большое. Все хорошо. Пока. Все, уснула. Угу. А ты куда? Я пойду куплю подгузников. Богдан, вообще-то мне нужно на работу, если ты забыл. Вообще-то я сейчас вернусь. Я не хочу с ним спорить. Пускай идет куда хочет. Як на мене, то це називається збирати пилюку зламаними пальцями. Ну, це, звісно, справа кожного, хто як би вчинив, але повторюю, така поведінка – це дорога в нікуди. А куди лежить дорога Діанки з Артуром, поки що невідомо. Я тільки що вспомнив смішну історію, не вспомнив, що вона чорна, і вирішив її не розказувати. І взагалі мені з тобою хорошо. В смислі? Ну, в смислі, я можу тебе вважати своєю дівчиною? Все-таки третье свидание у нас. Это значит да? Значит да. Ну что, задоволенный Казанова? Очень здорово, что наши отношения, они выходят на новый уровень. Я в принципе не мог подумать, что мне это будет нравиться. Не получается. А ось і принесла дорога нашим героям проблем на білому мустанці. Привіт! Як ти? Що ти? Розказуй, куди пропала. Привіт! Да так, діла зайнята була. Сьогодні мав сеструвати паті на берегу Дніпра. Ти як, пойдеш? Нет. Нет, мені ще не хватало їздити на тусовки к бывшему. І так всі обсуждають наше расставання. Простите. Привіт. Хто це? Це Артур, мій знайомий. Артур, знайомий. Знакомый Артур. Наверное, я просто для ее запакованных друзей не сильно хорош. Футболка в дырках. Так ты на пляж пойдешь? Не, ребят, не хочу. Поехали. Поехали, Саня. Пока-пока. Пока. Идем. Там вкусный ресторан есть. А это что было? Че, друзья мои? Здорово. Для тех, кто сейчас не уловил момент, это была зарисовочка «Твоя девушка тебя стесняется». Та ні, Артура, ми всі чудово втягнули, і ця замальовка, звісно, не комільфо. Ну, згоден, Артур трохи хлопець невихований, але не настільки, щоб його зовсім соромитись. Дивна персона ця Діана. Але переплюнути нашу Настю поки що навіть їй не вдалося. Блін, ти мене напугав. Вчора ти була, вроді, посмілій. Да не було нікакого вчора, забудь, звичайно. Так, як то не було. Альбін, іди сюди. Що, Саша? Альбін, ідіот. Ну, що? Ну где ты? Ты боишься на нас видеть? Так тихо. Ты боишься или что? Да, боюсь. Чего ты боишься? Бодю подменило, чи що? Що ты за спалах и пристрасти серед білого дня? Я не знаю чем, я не знаю почему, но меня Настя заводит. Ну, я не хочу обидеть Оксану, но вот эта вот наша вся рутина семейная, она как-то уже вот здесь просто сидит. Все, Бодь, перестань. Ну что, ну тебе же понравилось. Ну,
да, понравилось. Ну, так куда? Ну, сейчас ни время, ни место, поэтому пока. Не, ну вы бачили, яка вертихвістка. Настя, а ну зупинися і будь ласка, поясни, що ти там крутиш. Да на самом деле нафиг мне это все не надо. Просто ссориться с Богданом для меня сейчас невыгодно. Никто ведь не знает, что будет завтра. Сорі за грубість, а оцю панянку треба гнати поганою мітлою. Бо щось спочатку шприци для одного, а тепер інший заводився з півоберта. Що ж буде далі? Культ особистості і приватний мозолей для Насті? Ну погодьтеся, так справа не піде. А ось як далі йдуть справи у Арчі з Діаною, давайте подивимося. Здравствуйте, вы уже определились с заказом? Да, шампанское. И... Ничего, спасибо. И тирамису. Хорошо, сейчас. Милый, ну ты чего дуешься? Все в порядке. Но ты считаешь, на тусовке было бы интереснее, чем сейчас со мной здесь? Ну чего? Перестань. Я же говорю, все в порядке. Окей, окей, я понимаю, что я его обидела, но я сейчас все исправлю. Я не пью. Что, не очікувала? Думала, спойти хлопця взяти на корабель? Mm. А, трохи не вийшло. Раз не п'єш. О, Януся, тоді вчися, Люба, мою молоді, як потрібно просити пробачення перед коханим. Дорогі друзі, попрошу минуточку вашего внимания. Официально заявляю, что это мой молодой человек. Его зовут Артур. И мы пара. Поздравляем! Спасибо. До дна не получилось. Замечательно, что я решила позавтракать в городе. За это, Риди, спасибо. Но, Рид, после этого, Риди, тебе хана. Я вижу, вы уже доели. Может, вам еще десертик? А, нет, спасибо. У меня уже есть замечательный десерт. Благодарю. Вот правильно кажут, что сніданок – найважливіший прийом їжі за день. Як з'ясувалося, мова йде не лише про їжу. Тому не лінуйтеся встати зраночку, якомога раніше. Хто знає, що вам в стрічку може принести цей ранок? А поки пропоную подивитися, що цей ранок приніс Епіфаніо. Марія, звісно, твоя експресія мене дуже сильно вдохновляє, але цифри не дуже. Скільки ти отримала процентів скидки від нашої апаратури? Тільки 5% на даний момент. 5%? Да. Ну, с твоими формами я должна была бы добиться больше. Я обещаю, в следующий раз будет намного больше. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. По какому вопросу? Она ко мне по поводу работы. Хорошо? Ну, ты свободна сейчас. Да, конечно. Сейчас мне очень важно устроиться к нему на работу. Так у меня будет больше возможностей его достать. И кем ты хочешь работать? Да хоть кем. Хватка, девица. Поняла, что я Оксане не откажу. И решила этим воспользоваться. Не все так просто. Хорошо, хорошо. Смотри, у меня есть для тебя тестовое задание. Давай, какое? Я хочу проверить, насколько быстро ты соображаешь. Поэтому на этом столе должны лежать документы по кредитному отчету прошлого года. Окей. Где бухгалтерия, подскажешь или уже начать проявлять смекалку? Да, бухгалтерия. Я ее сегодня назвал мусорный бак. А знаешь почему? Потому что я случайно утром... Вынес туда документы. Мусорка? Серьезно? Но он и сволочь, конечно. У тебя есть 15 минут. Пардон, 14. То мусорная машина заберется. Эп, ну что, как ему будут твои прогнозы? Да я так и знал. Один раз бежала, и всегда будет бежать от препятствий. А ось на місці Епіфанію я б не грався з цією дівчиною, а одразу поставив їй всі питання в очі. Що ж їй боятися? Але є одне але. Я не на місці Епіфанію. А ось цікаво, Саньок вже на своєму робочому місці чи як завжди? Приветики! Осторожно. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, а сколько времени? Не знаю, нет часов, не заработалось. Саша, ты опоздал на час. Что это такое? Я одна буду работать? Извиняюсь. Что у тебя в руках? Ты наконец-то забрал листовки?
Мы договаривались, А4 это опять. Что это за фотография? Ты прочитай. Жених за фото? Надень платье из индийского храма любви и получи влюбленного в подарок. Гарантия 100%. Круто. Ну вот что это такое? Ну это смешно. Саша, я тебе напомню, мы кондитерское, а не брачное агентство. Или ты забыл? Оксана, одному другому не мешает. Саша, чем ты занимаешься? Ерундой какой-то. Ксюха просто не рубит фишку. Это золотая жила. Скоро деньги потекут рекой, тогда она оценит мощь моего коммерческого гиба. У меня чуйка на стартапы. Я сегодня домой быстро все сделаю и... Здравствуйте, я курьер, пришла за заказом. Здравствуйте, да, секундочку. Александра сейчас принесет ваш заказ. А вот возьму и принесу. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка, вы замужем? Нет. А хотите? Возможно. Есть отличное предложение, вот прочитайте, на листовочке все точно-точно указано. Она 100% сюда придет. Спорим, а? Спасибо. Анекдоты вам рассказывал. Да. Это ваш заказ. А это ваша листовочка. Хорошо. И Александр сейчас вам упакует в коробочку. Окей, я подожду. Спасибо большое. Классная штука. Ну вот что? Вот детский сад какой-то. Что с этими мужчинами не так? Ну ось як зазвичай. Один Богдан накосячив, а за Ксюхиною версією вже з усіма чоловіками щось не так. Проте я все одно стоятиму на своєму. Єдине, з ким щось не так, це Настя. Здорово. Да. Ты свободен? Я сейчас не могу. Много дел, Саксоня. Как-нибудь надо стыкануться. Как-нибудь обязательно. Давайте, я наберу. Ну тогда по рукам. Давай, на эту неделю, может, наберу и встретимся. Давай, дружище. Да, до связи. Тринадцать минут, на секундочку. Когонес? Колись я таки дізнаюсь, що це за такий бог Кохонес, якому зазвичай еп молиться. Ну що, посмотрим, як у тебе нерви крепкі, дівочка. Потому что мною маніпулювати ти не будеш, як з Оксаною делаєш. Духи какие-то у тебя странные. Прекрасно. Ну теперь-то я принята, надеюсь? Нет. Что еще? Черт, я забыл, что эти документы, они мне нужны на самом деле. Придется тебе все это склеить. Вот это склеить? Да, пожалуйста. Ну что, наша нарешена готова горох от гречки отбирать? Спокойно. Я знала, на что я иду. Сейчас главное собраться, не сорваться и не вцепиться ему в глотку. Если я ей сказал бы съешь, она тоже съест. Интересно, почему ей нужна так эта работа? Все, короче, перестань. Не надо делать. Я просто пошутил. Вставай. Смешно. Все. Я тебе даю работу. И какая у меня должность теперь? Принеси и подай. Вот твоя должность. Окей, я согласна. Супер. Спасибо. До свидания. Пока. И после такого унижения она мне говорит, что нужна ей просто работа? Нет. Тут явно что-то не так. Интересно узнать, что это. Сподіваюсь, коли Еб дізнається, що не так, то поділиться з нами. Бо людина, що навіть не запитала, якою буде її зарплата, точно претендує отримати щось значно більше, ніж гроші. А я поки що пропоную навідатись до нашої зіроньки Каріни. Моя мір. Ого, це ж сусід Паші Олежик. Моя зара. Так, чекайте, це точно Каріна, чи може це вже Пашок у грі? Сюди я ляку, я очень... А привіт, зай. Привіт, як будто ми не бачимо. Як тебе концерт? Ну ты была просто великолепна, как обычно. Я была великолепна, да, конечно, я всегда великолепна. Только вот ты же ни черта не видела, Леша, что ты сочиняешь? Зай. Ой. Не видеть не надо, я и так все знаю. Бодрила, молодец. У меня всегда гладко, нужно больше. Сейчас поправлю тебя, оживлю, приведу в порядок. Да, спасибо, там столько софитов, я думала, макияж уже... Зая, алло, ты связалась с профессионалом. Ты даже после выступления будешь смотреться очень, очень прекрасно.
конфетку сделаю из тебя. Даже после концерта. Зоя, я так хочу влюбиться. Я тут пытаюсь карьеру с нуля построить, а он влюбиться хочет. Боже мой, мне бы его проблемы. Вот зачем тебе эта любовь? Ты мне объясни. От нее одни проблемы. Любви не существует, это все в твоей голове. Ну как это не существует? Вот так вот. У тебя любви не существует? У меня карьера существует, понятно? Я выбрала давай свою. Давай посмотрим. Куда? Куда? В картишки. Я ж вообще-то, между прочим, лучше второго в городе. Если ты знала. Ось це тобі і людина різнобічна, як я це називаю. Прошлое у тебя, конечно, не очень. Любовь разбитая, сердце разбитое, удачи никакой нет. А новая жизнь, удача, массаж. О, мне нравится очень. Мне казалось, кстати. Любовь будет у тебя скоро, искренняя, чистая, такая прям волшебная. Тут сердце разбито, а здесь любовь. Какая любовь? У меня вообще-то дар от бабки. Да? И, я плохого не скажу. Слушай, так а знаешь, бабке привет-то передавай. Любви не существует, ясно? Дурко, блин. Я признаю только одну, единственную в мире любовь. Это любовь к себе. Все. Ну просто неозброєним оком видно, що нашу Карінку образи геть не відпускають. А Олежик це взагалі знахідка. У цукерочку перетворюють, минуле майбутнє розповість. Але як вони з Кариною знюхались, ось в чому питання. Та про це вже потім. Давайте до боді в гості. Ріша. Давай, попозже почти приготовь. Так, три мірахлушки. Одна. О, Бочка! Хорошо, что ты здесь. Есть дело. Саня, что ты под руку, блин, лезешь? Так, не ругайся при ребеночке. Пошли. Что ты говоришь? А так, говорю, я про свадебное платье вчера не шутил. Уникальная идея, думаю, стопроцентный верняк. Но нужна помощь. Посмотри вокруг, Сань, мне самому помощь нужна. Сейчас Оксана вернется, блин, тут такой... Творится. Да не вопрос. Солнышко, не надо. Давай, я помогаю тебе. Ты помогаешь мне. Ой, ё-моё. Что тебе надо помогать, Саша? То, что ты любишь, нужно делать. Нужно фотографировать. Фотографировать. А где ты хочешь фотографировать? Где тебе? А? На балконе можем. Там свет хороший, вид красивый. Да, Риша, ну что. Да, хорошо, давай, Сань. Начинай убирать, я сейчас Ришу покормлю. Убираем. Yes, sir. Тихо. Да на самом деле мне все равно, какой там у Сани стартап. Мне просто уже хочется наконец-то отвлечься от этого персонального родительского ада. Готово, давай. Ариш. Давай. Еще немножко. Давай, еще немножко. Так, Сань, у тебя там нормальные дела? Все нормально, все под контролем. Тихо, мне мое золото. Наша работа и опасна, и трудна. Спасибо тебе, что ты помог, потому что без тебя я бы до утра тут не был. Да не за что. У меня есть платье, у меня есть студия. У меня есть лучший фотограф города Киев. Оп, стартап по-любому будет удачный. Я бизнесмен. Баш на баш. Да, баш на баш. Кого там принесло еще? А это, походу, наше денежное будущее. Собрался? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами созванивались. Да. Правильно все. Проходите. А что нужно делать? Ничего сложного. От вас требуется красивая фигура. Она вот есть. И одеть платье. Наше волшебное платье. Оно привезено из Индии. И, конечно же, ждать своего жениха.
Вот давайте вас познакомлю. Это Богдан. Возможно, даже он может быть вашим женихом. Я фотограф. Здравствуйте, не жених, а фотограф. Да, буду вас фотографировать. А я тем временем пойду за платьем. Или нет? Влаштували ж вороняньки повний розградіяш у будинку, але дай Боже, щоб хоча б грошей заробили. Ну, а я пропоную від несерйозних справ перейти до більш серйозних. Наприклад, до хлопців і Альбіни в казарму. Слушай, ну это толк. Все клеится, клеится, пытается ручками, и туда-сюда она не дается. Ну, девственницы они такие. А вот и наша. Та не ваша вона зовсім. Бінь, ну кого ти взагалі боїшся? Так, спокойно. Я же новая полиция, в конце концов, или кто? Плевать на них хотела. Я смогу. Вы что, что ли? Вы что творите? Большая помеха справа. Чего ты, как дети? Что там осталось? Шукусь. Вы что такое натворило тут? Готовимся к выезду на полигон. Як готуєтесь? На плацу треба готуватися, швидко всі. А ти прибери тут і себе до ладу приведи. 2 хвилини даю. Придурки, да достали уже, сил нету больше. Ну как так можно издеваться? Ну сейчас пойду все Владимировичу расскажу. Пускай устроит им веселую жизнь. Ну ось тільки перше купкування, а у когось вже і сил немає. Юля, я подивився ваш реферат. Дуже прекрасно, ще й за власною ініціативою. Молодець. Олександр Володимирович, у мене є ще декілька теоретичних запитань щодо реферату. Я, звичайно, відповім на всі ваші питання, Юля. Але ви без сторонньої допомоги справляєтесь невідмінно. Пробачте, але мені пора на полігон. До побачення. До побачення. Тоже мне хвалит он ее. Умница она, молодец. Конечно, молодец, красавица такая. Да я докажу, что я в 100 раз лучше. И реферат лучше напишу. Ну, звісно, реферат написати – це мотивація значно краще. Ось тільки яйця змити для початку. Тоді, я гадаю, шансів на успіх буде більше. А зараз пропоную подивитися, як там справа у хлопців з їхньою чудо-сукнею. Здравствуйте. На фотосесію? Проходите ось сюди. Проходите, проходите. Улыбнуться. Так, девчоночки, следующее. Вас просто много, а фотограф один. Здравствуйте. Хорошо. Так, девочки, угощаемся кофеечком. Вперед. Да, так, хорошо. Да, универсальное платье, шикарно. Ниже, не, ниже. Саня. Дідька лисого, чоловіче, а вам що? Здрасте. Здрасте, мужики, мені 35 лет, і я девственник. Помогите, пожалуйста, я на все согласен. Девственник. Прям как я. Ха. Сюда остановитесь. Да. И проверим чудо-платье наше. И на вас. Развивается. Отлично. Вообще прекрасно. На балерину похоже немножко. Отлично. Не, ну на самом деле все хотят любви, а мы хотим дарить людям эту любовь. Почему же не заработать на том? Ну что, нет? Короче, объектив крутится, ловешка мутится. Пофоткал мужика и дарить любовь теперь хочешь. А ось і Паша. Цікаво, як справи у цього побитого Вовка? Чітко зроблено. Опять. Як тебе звати? Віталій. Здорово. Рядно. Піфань. О, приветик. Зачем звук? Новость для тебе є. Яка? Короче, Богдан вчора був в клубі. І цілувався з тілкою другою. Прикинь? Ти щось прикалуєшся, що ли? Ні, блядь. В смысле целовался? Да чувак, баб не
Богдан не должен быть с Оксаной, потому что он не тот человек, на которого можно положиться. Он ненадежный вообще. Выпей, выпей. Он целовался с другой? Знаете, послушай, давайте я расскажу про это. Богдан, Богдан изменяет Оксане. С этой Настей. Я его убью, понимаешь? Я его просто убью. Подожди, давай. Ты, подожди, подожди. Давай выключаем эмоции, ты никого не убьешь. Что, давай расскажем хоть по Оксане. А зачем? Она тебе не поверит. Ты чего? Да поверит. Нет у тебя доказательств. Пускай этот мальчик гуляет. Пускай, блин, шляется, где он хочет. А ты получаешь сейчас шанс сблизиться к Оксане. Да она не захочет быть со мной. Понимаешь, не хочет. Ты понимаешь, что ее семья, вот это вот, то, что она себе придумала, это фальшь. Она запуталась. Я вижу, как она на тебя смотрит. Ты самый подходящий мужчина для нее. Когда ты этого поймешь, чувак? Ты что, а? Ты мужчина или кто? Будь мудрее. Вот поступай, как настоящий мужчина. Возьми себя за мою жизнь, я понял. Не учи меня. Умные эмоции сейчас наломает дровь. Ну что мне с ним делать, а? Не делай глупости и все. Ось це правильно. Панове, відкиньте емоції і тримайтеся здорового глузду. Повірте, я ж знаю, про що говорю. Дами, успокойтесь. Так, а ну всем тихо! Тихо, я сказал. Сейчас никто не будет фотографироваться. А соответственно, никто не выйдет замуж. И отпускаем платье. Это индийская дорогая ткань. Всем ясно, становимся в очередь. Так, вот, ты сюда, все в очередь, не разводим балаган. Так, ты становишься сюда, ты сюда, вот, Саша, практически в очередь. Саша, что здесь происходит? Бинь, вставай в чергу и отримаешь відповідь. Что это такое? Это мой новый стартап. Я помогаю женщинам, так сказать, уладить свою семейную жизнь. Девушка, девушка! В смысле, что ты начинаешь? Девушка, стойте, а вы куда? Девушка, слушай, так что делать с фотографиями? Под да? Подушку положить? Подожди ты со своими фотографиями. Саша, объясни мы тебе все, что делать. Все будет нормально. Ты стоишь, Саш, ну сделай что-нибудь. Ну, ты видишь, я сейчас квартиру... Саня, подруга убежала. Боже, какой кошмар. Та вгамуйте децибели, за стіною ж дитина спить. Я сам в шоке просто. Я просто в шоке. Ну, видишь, над узами брака. Тогда вам замуж 10 лет не выйти. Не выйти вам замуж больше. Нет, не 10, целых 20 лет. 20. Слушай, так что... Все. Задумка была хорошая. Просто не справились с объемами. Надо провести оптимизацию проекта. Просто куча невест непонятных только что чуть не разнесла нашу квартиру. Ну и дурачки ж вы оба, а? Мне стыдно вообще за вас. Ну и міцний сон у нашої крихтки. Дай Боже, такий здоровий міцний сон кормимо. І щоб він не тріщав по швах, як ідея Санька. Як знала б зараз Ксюша про те, що відбувається навколо її дитини, знесла б голову усім. Цікаво, як вона там? Так. О, привет, Паш. Привет, Ксюш. Привет. Слушай, мне очень нужна твоя помощь. Что-то случилось? Не-не-не, все нормально. Я просто хочу сделать подарок одной очень особенной девушке. Да? Которая много для меня значит, да. Ну вот, я ну, тут. Конечно, конечно, Паш, я тебе помогу. Поможешь, да? Да. Ну ты тоже молчал, но я тебя поздравляю. Спасибо. Ну вот, наконец-то кто-то у Паши появился. Молодец. Я рада, что он решил идти дальше. А что ты конкретно хотел? А, конкретно... Давай на твой вкус. Я тебе полностью доверяю. Дай тебе покажу. Хорошо? А ты выберешь. Давай. Вот. Такое есть. Ну, такое. Такое. Хорошо? Секундочку. Какой вот тебе этот? Больше всего нравится? Вот этот. Последний. Это тебе больше вот нравится? Этот, да. Ну здорово. У меня как раз есть заготовки, я думаю, к вечеру успею. К вечеру уже будет готово, да? Да. Супер, тогда я вечером заеду. Все, все. До встречи. Пока. Давай. Все гаразд, але не можу зрозуміти. Не для Олега ж він цей торт замовив. Этот город и так у меня многое забрал. Я надеюсь, не заберет самое главное. Ох, не подобається мені ця затяжна стресія, депресія, Паші. Час уже з цим щось робити. Потрібно привести хлопця до тями. Ось, наприклад, Яна саме так і робить. Від слів одразу переходить до дій. Андрюш. Що ти хочеш?
Слушай, я знаю, что ты на меня обижен. Правда, я не понимаю, в чем я провинилась перед тобой, но мы сейчас должны забыть оба про нашу гордость, потому что на кону счастье твоей дочери. Что с Ритой? Что случилось? Так, телефон. Полюбуйся. От хитрюга, Яню. Вирішила вечора навіть не чекати, а бити одразу в чоло. Об'явлення. Офіційно заявляю, що це мій молодий чоловік. Його зовут Артур. Як тобі такий поворот? И как женщина, я тебе честное слово говорю, я не знаю, как ей об этом сказать. Это может просто разбить ей сердце. Отвлекла внимание от себя и привлекла к Рите. А что, в борьбе за трон все средства хорошо. Я еще показала свои лучшие материнские качества. Я не позволю этому так обходиться с моей дочерью. О, Рита, ну-ка иди сюда. Пап, у меня дела. Рита, на, полюбуйся. На что? Полюбуйся, полюбуйся. Упс, Ритуля, а как тебе такой поворот? Артур, как вообще можно быть таким придурком? За что ему только деньги плачу? Пап, все в порядке. Я все знаю. Рита, ты ничего не хочешь объяснить? Пап, мы поругались с Артуром. И вообще, это его бывшая, которая сама же его и поцеловала. Он мне сам об этом рассказал. Все нормально, не переживай. Рита! Значит, слушай сюда. Я твоего Артура, ты знаешь, как-то праздно. Он мне не нравится. И никогда не понравится. Но это твой выбор, Рита. И я должен его принять. Спасибо тебе огромное. Но ты должна усвоить, если он еще раз что-то такое вытворит, подобное, я его урою. Угу. Ты усвоила? Угу. Вот же стерва я, ну, а боже, ну какая она стерва! Ну ничего, следующий удар точно за мной. Ритуль, мы просто очень переживаем за тебя. Я не кровожадная мачеха-королева, я просто королева. И трон снова мой. Ось бачите, ще навіть сонце не встигло зайти, а хтось вже встиг собі і трон повернути. От вміють люди маніпулювати людськими почуттями, хоча не знаю, чи це та якість, якою варто пишатися. Открыто! Заходите! Ксюш! Привет! Еще Привет. Раз. Все, я уже все подготовила, сейчас тебе покажу. Да, думаю, тебе и твоей девушке понравится. Та-та-та-дам! Папа, это он? Угу. Давай, помогу. Ой, осторожно. Да, совсем. Такие дарят только самым дорогим и самым любимым девушкам. Ну все-таки, какая же она красивая мама. Я не понимаю, как этот может ей изменять вообще. Да у меня в голове это не укладывается. Красивый? Нравится? Думаешь, ей понравится? Мне очень нравится. Ксюш, то, что ты сказала, я надеюсь, это правда. Потому что самый дорогой любимый человек для меня сейчас стоит рядом. О, ось цього я и боявся. Не, ну, ну знов за рыбу гроші. Паше нужно уже давно смириться и принять то, что я с Богданом. И найти себе новую девушку. Паш, это уже не смешно. Оксана, я и не шучу. Я серьезно. Оксана, что он тут делает? Ну, как всегда, в самом интересном месте. Но раз пришел, может, он хоть правду расскажет. Правда. Вот усі хочуть знати правду. Але від тої правди не завжди буває приємний ефект. От саме зараз, за ту істину, що виплила про стосунки Ріти та Артура, останній отримує на горіхи. Что случилось? Только я работать сегодня не могу, я занят. Ты нормальный вообще, Артур? Я плачу тебе деньги, а ты на них тусишь с другими бабами. Еще так, что об этом знает весь город. А в чем проблема? В чем проблема? Меня сегодня папа чуть не убил из-за тебя. Ты какого черта так меня подставляешь? Так у тебя папа с прибабахом, я при чем здесь? Слушай меня внимательно. Пока ты живешь за мой счет и пока я плачу тебе деньги, никаких баб. Артур, тебе понятно? Никаких баб. Я понял. Вот и здорово.
Да что за день-то такой, а? И что мне теперь, с Дианой расставаться, да? Ось и я пытаюсь себе, что это за день такий? И, до речи, так схоже, что Артур не на жарт запав на цю Діанку. А як нам відомо, коли приходять почуття, то людей просто не впізнати. Оксана, я спрашиваю, что он тут делает? А ты не говори обо мне в третьем лице. Да я и не к тебе пришел. А тебе некому сюда приходить. Боть. Ошибаешься. Он не уже уходит, и вот, Паша, твой заказ. Да, хорошо. Тем более, уже поздно, мне нужно Аришу укладывать. Так что... А, так ты за заказом пришел, да? Да, за заказом. Так ты в следующий раз скажи, я тебе курьера пришлю, чтобы ты сюда лишний раз не совался, хорошо? Да, конечно. Мы тебе скидочку сделаем. Да, хорошо. Как другу семьи. Спасибо. А куда ты идешь? Привет. Привет, красавец. Ты чего маячишь? Я маячу, потому что ты к моей дочке хочешь. Так, ну все. Давай, давай, давай. Не задерживай. Да, Богдан не прав. Но я на его стороне. Мы же семья. Ну что ты смотришь? Она пошла спать ее укладывать. Давай, вали. Я осмелился и пришел сюда. Сказал правду. Какую правду? Ты, Оксана, ничего не хочешь рассказать, нет? Все, что нужно, я ей скажу. Да? Да. А может, ты расскажешь про клуб? И про твою новую знакомую? Вали. А ты расскажи. Расскажи. Будет интересно. Откуда он узнал эту информацию, я не пойму. Я надеюсь, хоть Оксана еще ничего не знает. Останній потяг у метро, один вагон і знову скло. Брудне від слів чужих людей, чужих думок, прямих ідей. Не вистачало нам на двох простих розмов і слів кілько. Hello. Ауч, чувачи, тобі це не боляче? Ай, Паш, все за тебя. Я здесь при чем? Я только пришел. Да потому что ты с собой перетащил кучу негатива. Что хочу, то и тащу. Всю квартиру, блин, негативом. Короче, ты нарушаешь мое энергополе. Чем блин, ты капец. Что у тебя там уже стряслось? Я понять не могу. А с чего ты взял? У меня ничего не стряслось. Да, конечно, да, я вижу. Да, все отлично у меня. Да потому что когда в жизни все так... Когда у тебя ни работы, ни отношений, у тебя ни черта не складывается. И ты просто хочешь лечь на диван, чтобы тебя никто не трогал. Так и здесь не получается. А ты знаешь, я знаю, как тебе помочь. Тебе да нужно что? Просто развеяться. А я думаю, что куда бы ты ни пошел, везде одни и те же знакомые рожи. Потому что Киев – большое село. Паш, ну ты знаешь, я знаю одно местечко, где точно ты никого не встретишь. Это да, стопудняк, ну просто. Олег, спасибо, я не хочу. Боже, Паша, проблема в бабках, я заплачу. Я сегодня классно заработал. Погнали, давай, раздупляйся. Чувак, давай. Погнали, хорошо, давай, мне петюлю. Поехали. Давай, поехали, вставай. Поехали. Давай. Вот это я узнаю Пашу. Мне Паша как друг. И мне кажется, мы не просто соседи. И я его сейчас развлеку по полной программе. Хвала небесам за те, що послали на Пашу такого сусіда. Чувак, якщо не в карти гляне і вирішить твою проблему, то як справжній дружбан візьме і витягне тебе з моруку, повернувши до нормального веселого життя. А ми поки що давайте гайнемо хоча б до буді з Ксюхою. Ксюш, вийди, поговоримо. Да, так красу знову. Да мені безумно стидно за те, що я зробив. И я надеюсь, после того, как я Оксане расскажу это, она сама перехочет играть нашу вот эту вот воображенную семью. Затамуйте подых, панове, зараз дещо будет. Скажи мне, кто мы друг для друга с тобой? Как ты видишь будущее наше? Потому что, я думаю, ты со мной согласишься, мы должны об этом поговорить. Ну как, кто быть? Мы же семья. И... Послушай, я тебе обещаю, что ты больше никогда не будешь в этом сомневаться. И никто, ни Епифанию, ни Паша, не будут для нас препятствием. Да блин, да что я делаю? Ну что я делаю? Я совсем не этого хотел.
Ну, іноді потрібно бути сміливішим. І тоді станеться саме так, як того хочемо ми, а не хтось інший. Ось, наприклад, Паша зараз теж би хотів зовсім трішечки іншої тусовочки, ніж та, що його очікує. Сейчас затусим, я тебе говорю, такую сливу залью. Я так хочу тусоваться, Паш, ты просто не представляешь, я тебе говорю. Пойдем! Классно же! Ну тебя, я сваливаю. Паш, ты куда? Ты издеваешься надо мной. Что ты как ломаешься, как поломанный телевизор? Я ломаюсь, куда ты меня привез? Пойдем, Паш, тусоваться! Олег меня привел в гей-клуб. В гей-клуб! Пашка, ну что ты такой напряженный? Ну я понять не могу, ну серьезно. Сейчас мы с тобой зальем сливу и плевать. Лиса, ну так давай выйдем. О, привет! Как дела? Да ну ладно уже, ну. Какая разница, где напиться, правильно? Напьюсь здесь. Тільки, Паш, пообіцяй, що на сьогодні це буде твій найвідчайдушніший вибір і вчинок. Короче, Паша, ми зараз як затусим. Вот очень. А есть нормальное? Виски, коньяк, все что угодно. Не, не то пальто. Налей, пожалуйста. О, погнали. Шохнемся. Да, это тоже. О, я не люблю с апельсином. Повтори. Повтори, пожалуйста. Еще не убегай далеко. О, привет. Паш, я тебя покидаю, я тусоваться. Молодой человек, это вам. Я это не заказывал. А вам он, мужчина в белой рубашке заказал. Да ну это мрак полнейший. Мне уже мужики, как ты немножечко. Паша! Паша! Опа-на! Что это? Я уже орденом наградили почетных заслуженных граждан. Я прошу тебя, поехали оттуда. Паша, нет. Поехали. Паша, сейчас должна прийти моя подруга, злодея сказать. Очень бомба просто. Она бомба. Тебе точно понравится. Ты моя кошечка, я обожаю тебя. Смотри, как там. Знакомьтесь, Паша, Карина, Карина, Паша. Вил. И там бы еще зустрелся. А что там? Я не в купе. Мы знакомы. Да? Да. Я никогда не был так рад видеть Карину, как сейчас. Котики! Все, погнали. Ну, якось так. Ніколи не знаєш, де сядеш, а де встанеш. Або, як то кажуть, знав би, де впадеш, пустили б у солому. У вас є всього 20 минут. Хорошо, я приїду. Але ж погодьтеся, що життя підступне і непередбачуване штукенці. Інколи так буває, що спиш поруч з людиною в одному ліжку, але душею знаходишся на іншому полюсі. А іноді буває так, що люди одне для одного зовсім чужі, ніби полярники, але разом їм комфортніше, ніж збудки. Хтось може плекати навіть найпростіші духовні зв'язки і цінувати їх більше, ніж себе. А для когось і самотність – прекрасний вихід. У будь-якому випадку, як бути, обирати саме вам. Милая, привіт, це я. Знаю. Твоє плаття зіграло свою роль. Скоро я отомщу за тебя. Как ты себя чувствуешь? А расскажи мне всего подробнее. Я так хочу все узнать. Я практически у цели. Я втерлась в круг его друзей, устроилась к нему на работу. Осталось дождаться удобного момента, чтобы нанести удар. Большой город, в котором с тобой здесь моя мечта, я добьюсь и точка. Кив днем и ночью, кив
большой город, в котором с тобой.